И всем привет, с вами Филипп. Итак, немного засниму видео. Кроме пасхалок и отсылок в Венди и Темном Возрождении, я успел подготовить это видео. Да, когда я только это начал. Только доделал видео про Венди, я решил сделать это. Искал пока тут скриншоты из игры. То, что авторы Project Sprite нам показывали. И тут мы видим скины на персонажа, как Бокси Бу, Хаги-Ваги, Мамочка Длинные Ноги, напоминает Медузу Гаргону и какого-то Терминатора. Ну, посередине наш Хагис в скине Килли-Вилли. Не знаю, Килли-Вилли теперь официально или нет, но прикольные скинчики. Следующий скриншот. Поехали. Вот. Короче, тут уже изображен игрок в скине скелета. И, конечно же, наш Бокси Бу. Но не Терминатор, а наш всеми любимый... Бургер! Из Макдональдса! Просто шучу. Правда, просто шучу. Ну, вы поняли. Это Бокси Бу в костюме бургера. Это просто прикольно. Если я буду играть, я говорю. Говорю вам. Понятно? Я возьму, знаете, что? Правда. Правду говорю. Возьму его. А если буду за Мамочку Длинные Ноги играть? Когда Медуза Горгона, так я ее называю. Да. Так сказать... Бургер! Не, ну это правда смешно. Звучит. Ладно. Ну, думаю, что игра выйдет, может, сегодня или завтра. Короче, если игра будет на мобильных телефонах, будем играть. Реально. Будем играть. Ладно. А на этом мы закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.